Итак, первый полуфинальный матч «Родина Медиа» против «На спорте». Когда-то это был один единый коллектив. После определенных событий по итогу первого сезона они разделились. Они уже встречались во время группового этапа, но это абсолютно другая история. Теперь они встречались на стадии плей-офф в полуфинале и всего лишь в одном шаге от решающего матча. Много говорилось о том, что болели футболисты «Родины Медиа», что могут выставить не самый оптимальный состав. Да, потери были, но основные боевые единицы были на поле. Текила в старте, Бирюк в старте, Тарасов в старте, а это очень много значит. На спорте тоже были свои проблемы, но Сатлан Гатагов очень здорово разобрал соперника, настроил команду, настроил так, что, уходя после вот этого вот предматчевого круга, Олег Майами не мог сдержать слез, и вы это как раз сейчас видите на своих экранах. Но встреча началась с небольшим преимуществом команды «Родина Медиа», но минуты с 3-4 чистого времени на спорте инициативу перехватил и моменты создавал, контролировал ход игры. И вот первый из них мы видим. Роберт Фахрутдинов пробил, створ не попал, и с этого все начиналось в тайме под номером один. Затем был штрафной, великолепно Коваль пробил. Мяч вильнул, и попадем в девятку. Проблем у Макса Швагерева могло быть много. Но забегая чуть-чуть вперед, скажу, что у Макса этих проблем сегодня хватало. На спорте играл очень здорово, ну а здесь Коваль в створ не попадает. Ну и эмоции текилы. Он вышел в старте, несколько минут отыграл, после чего уступил место Сильченко. Вот один из самых ярких моментов стартовых минут. Заброс со штрафной, и Гриня просто как следует свою лысую голову в этом эпизоде подставить не смог. Ну а здесь уже ошибка Гриня в обороне. Мяч получил Тура, пробил. Здорово, но он его не получил, он его обокрал и пробил. И застоявшийся Куртуа, который, наверное, минут 20 уже к этому моменту был практически вне игры, пришлось прыгать, но все обошлось. Еще один хороший момент. Адис здесь бьет, бьет пусть и по центру, но Макс Швагерев в игру вступает. Потащил этот мяч. Может быть, не самый сложный, но главное, что он с ним справился. Вот таким получился первый тайм. Он был ярким, он был событийным, но не хватало одного. Не хватало голов. Во втором тайме все получилось иначе. Вот мы смотрим заброс в направлении Бирюка, который первый к мячу поспевает, простреливает на Туру. До него мяч не доходит. Попадает он в ногу Антону Петровскому. Или не в ногу. Там, в общем, по-моему, серия сразу нескольких отскоков. И в итоге в противоход ход голкипера Куртуа катится без шансов для Григория Матевосяна. Бежит Андрей Коряка, бежит вся скамейка «Родины Медиа», успокаивают Антона Петровского, и к этой минуте счет стал 1-0. Но очень быстро на спорте в эту игру вернулись. Вот такой заброс. Коваль здесь продавил Мусу, скинул, и Уфенок счет сравнял. Буквально несколько минут прошло после того, как «Родина Медиа» сама повела в счете, и Уфенок счет сравнял. Но Уфенку еще в этом матче предстоит себя показать. Еще раз смотрим. Хороший заброс. Смотрел арбитр и первый мяч, и второй. В обоих случаях они были засчитаны. На мой взгляд, абсолютно правильно. И этот гол вы видели. Ну а дальше, естественно, радость команды на спорте. Возглавляя Олега Майами здесь мимо скамейки «Родины». Здесь много было страстей, много потасовок. И вот один из моментов. Гео здесь то ли попал по ноге Тарасову, то ли нет. Но подошел Петровский, встал Дмитрий Тарасов. То ли боднул, то ли коснулся его здесь головой. По мнению Дмитрия, там был другой момент. Но в итоге остаются они в меньшинстве. И все дошло до буллеталити. Долго команды били, по 9 ударов нанесли. Ну и вот видим мы, что забивает «Родина Медиа». Выходит Роберт Фахрутдинов из раздевалки и бьет выше ворот. Звучит свисток. Макс Швагерев даже в этом эпизоде не участвует. На спорте второй сезон опять в полуфинале завершает. Ну а «Родина Медиа» едет в финал, где будет ждать победителя пары «Тудроц деньги». Спасибо!